А единственное, что он может противопоставить вашей армии, это живую силу. Потому что страна, Россия, больше, чем ваша страна. По населению, по-моему, в 3,5 раза, это почти в 4 раза больше. Вот. А кроме того, если вам своих солдат жалко, то Путину их, своих солдат, не жаль. Вот, он готов убивать сколько угодно, на самом деле. Ему никого не жаль, ни ваших, ни наших. Совершенно все равно. Да? И это тоже его какое-то такое тактическое преимущество. Да? Технология у вас лучше, моральный дух, о чем говорить. Вот, единственное, что можно, это вот забрасывать трупами. Вот, значит, поэтому, конечно, усиление мобилизации. А для усиления мобилизации, конечно, усиление репрессий. Это неизбежно.